С 30 сентября по 3 октября в Баку пройдет 4-й Евразийский литературный фестиваль фестивалей «Лифт-2019». На мероприятии съедутся именитые писатели со всего мира, а также классики азербайджанской литературы. Также будет уделено место и новичкам в этой сфере. В программу фестиваля вошли поэтические чтения на языках коренных народов, как в Азербайджане, так и в Евразии. Я верю, что 4-й Евразийский литературный фестиваль «Лифт» станет лучшим в истории международных литературных фестивалей и форумов. В 2018 году на 3-м Евразийском фестивале фестиваля «Лифт» в Сочи среди 170 писателей из 27 стран мира победителем стал азербайджанский писатель Варис Йолчиев. Таким образом, согласно правилам, очередной фестиваль организуется в Баку, на родине победителя. На мероприятие приедут, по предварительным данным, около 200 писателей из 52 стран. 30 писателей из Азербайджана смогут принять в нем участие. У нас будут также почетные спикеры. В качестве гостей будут и молодые писатели. Отборочный тур участников будет проведен с 15 июня по 15 августа. Проект «Лифт» направлен на укрепление творческих и дружеских связей писателей и читателей России, стран СНГ и Евразии, создание единого литературного пространства. Среди целей проекта – расширение профессионального общения и обмен опытом. Организаторы – Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии «Лифт», а соорганизаторы – Фонд Гейдара Алиева и Ассамблея народов Евразии. 4-й по счету Евразийский литературный фестиваль фестиваля «Лифт» посвящен 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Насими. Эсмир Алиева, Фируз Рагимов, CBC.